Купить натуральные продукты по цене ниже рыночной. Такая возможность есть у жителей республики. Во Владикавказе открылась уличная ярмарка. В ней участвуют производители из Северной Осетии и соседних республик. Так, организаторы хотят поддержать жителей в непростой социально-экономической ситуации. Ярмарку планируют проводить систематически и расширять ассортимент. Ее развернули у входа в Олимпийский парк. Посетить можно до 10 апреля.